Вот примерно с этого моста начинается путь по национальному парку Сагарматха. Позади минут 15-20 ходу после чекпоинта, где оплачивается билет на вход в парк. И после этого моста подвесного начинается затяжной, первый затяжной подъем в Намче-базар. Здесь сходятся две речки. Название не помню. Одну помню точно — Сумкоси, вторую черт ее знает. Мост очень живописен на протяжении всего маршрута по Сагарматхе. Наверное, это самое высокое ущелье, которое встретится. Хотя таких мостов, конечно, очень много. Мост живописен. Цветные флажки, натянутые от моста к берегу, к береговому шесту. Это традиция буддийской школы Махаяна. Здесь написаны мантры, ну или молитвы, можно так сказать. Еще к мосту привязаны беленькие шарфики, хатаки. Традиционно такие шарфики повязывают гостям, когда они прибывают, в знак уважения, ну, гостеприимства и чего-то такого хорошего. Сейчас 1 апреля 2011 года. Надо отметить, что погода благоприятная, но даже не то чтобы благоприятная, она очень комфортная. Воздух сухой, солнце не жарит, прохладно, меньше 20 градусов, безусловно. Но, по моему субъективному мнению, это самая комфортная температура для трекинга. С моста видна очень хороша панорама смычки двух рек. Одна из них, Сумкоси, проистекает как раз в подножье Намче-базара. Да, впереди еще 19 дней прохождения по Сагарматхе.